Андрей Михайлович, в вашей категории выпала честь, я не знаю, как вы считаете, это честь открывать финал? Я считаю, что это честь. Объявляйте, кто, что и зачем. Вы знаете, сейчас будет песня, с которой Юра пришел на проект. Группа Юркеш, которая очень долго думали, участвовать или нет в этом проекте X-Factor 8. Девочки, не сбивайте, вы болтаете очень много. Это прямой эфир. Вы же не на заваленке. Вы же не в школе. Я проснулся час назад. Засланные казачки из другого канала, Андрей Михайлович. Плюсы опять тут пришли. Да, вот Горбунов стоит. Ладно, это мы шутим. Но я очень рад за Юркеш, что почти финал, и они очень рядом с победой. Я очень желаю им большой удачи. И сейчас прозвучит песня, с которой Юркеш пришли на X-Factor. Встречаем Юркеш. Я сюда пришел все это вот похнах, мне взяли, кто вы такие, мне это не надо, знаешь, я такий. Я сам собі дивуюсь. Я абсолютно чесно признаюсь, що мене цей проект змінив просто. Я зрозумів, в чому причина моя була. В чому причина моєї злості, в чому причина моєї невдоволеності? Це невостребуваність. Головна ідея, чого я сюди прийшов, побачити, чи я потрібен. Я безконечно болею за Юркеш, потому что для меня это стало разрывом просто. Затанцюємо менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюємо менуети, слава квіти, приходи, я жду. Просто маю вигляд, це без причини. Бо ще 20 років назад мав виграти. Юрію треба побідити, дійсно, тому що чоловік, коли він внутрі дуже іскренний і дуже добрий, ему надо выиграть. А, ну, это молодежь, одна молодежь. Это приятно, дуже. Да, я начинаю плакать. Не вистачало. Любови, напевно, що. Недолюблений. Той такий злий. Знаєш, коли ти, ну, довго цього не було, а потім на тобі, знаєш. Вселена, вона дає, вона бачить, що тобі це потрібно, вона тобі дає. Упс, я злося зробив, на брюхні забив, і потік мені вашов бізнес. Ти тут сформований артист. Коли, а йде мова про те, що у людини є реальний досвід, є реальні свої пісні, до неї, я вважаю, що мають бути абсолютно інакші вимоги. І якщо говорити про їхню конкуренцію, хто що може, то Юркеш Мішу загонить за «Синій ліс» буквально за один номер. По віддачі, те, як вони себе вирощували на X-Factory, відібравши все, що в нього було до того, я вважаю, що Юркеш виросли конкретно. Я відчув, блін, да я на своєму місці, да я ж, блін, створений для цього. Дякуючи цьому проєкту, він мене вилічив. Я просто зрозумів, чого мені не вистачало. Мені не вистачало вас, мені не вистачало публіки, людей. І я дуже хочу, щоб це продовжувалося. У Комфі є подарунки для всіх, навіть для поганців. Юркеш. Травами, росами, я ногами босими, я біжу розбитий по розбитому склі. Не йди за мною, там немає спокою, де я. Вітер мої, крила, руки мої, вітрила, запам'ятай назавжди цей момент. Я піднімаю небо, свій дирижабле.
шабля, а ну замокли шабля. Ага, 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 хто скаже, що я не птаха, що в мене немає даху, того я пошлю далеко. Ага, 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 бо я капітан дирижабля, в руках позолочена шабля, та тихо сказав шабля. Ага, 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 хто скаже, що я не птаха, що в мене немає даху, того я пошлю далеко. Ага, ага. Вурдалаки вогняні, собаки виють, гавкають, а караван йде. Дай мені, Боже, віру і сили і далі йти. Але лякає, лякає, маму, боюсь, я раю, мама, не знаю, чи зможу вічно я жити. Дай мені, Боже, спокою, хоч на одну. Юркеш на сцене с шоу X-Factor. Ребята, спускайтесь, подходите, пожалуйста, сюда. Спасибо за номер. Натопили хоть в павильоне, хоть выхожу, пар со рта не идет. Здорово. Без микрофона почему? Опять оставил микрофон там. Опять тебе свой микрофон давать. Юркеш, еще раз аплодисменты. Спасибо. Начнем, Дима. С тебя начнем. Окей. Юра Юрченко, юрского периода. Выступили круто, но батл надо закрыть нам. Ты говорил, что с чувством юмора артист. Что ж ты так обиделся на Бритни Спирс? Может, это какая-то травма детства? Ты сказал, что я тебя подставил, пипец как. Что задета твоя тонкая душа. Но, Юра, эти 20 лет тоже я тебе мешал. Ты у нас такой тут Д'Артаньян смелый. Все вокруг такое, только ты на коне белом. И с тобой твой Атос, Портос и шабля. Ты хочешь минуэт, нужна Виагра. Юра, Юрыч, Юрочка, Юркэш. У тебя был трэш, теперь ты хочешь кэш. Может так бомбить тебя, что ты артист заслуженный. А я тебе типа сужу тут незаслуженно. Но тебя поднял X-Factor, а меня музыка. Я живу не в прайм-таймах, а в песнях и в музах. Я тебе желаю, чтоб тебя запомнили за песни, а не за то, что ты Кучерявого послал в одно место. Юра, ты до славы не обертайся. Може краще в магазин за пивасом. А, який же ж янковський успіх. Юра, йдем, візьму тебе на розігрів. Закінчиться восьмий X-Factor, почнеться дев'ятий. Ти можеш серед цих дітей і переможцем стати. Можливо, сядеш замість мене у це крісло. Про тебе теж скажеш, що ти топиш всіх намисно. Можливо, з тебе теж зровиться, повідпивайла, змонтують, наріжуть, нарубають. Ти будеш кричати, люди, то дурня. Я Юрко Юрченко, а цей суддя не я. І ти пройдеш до мене і скажеш, Димон, прости. И мы заспеваем. И ты придешь до меня и скажешь, Димон, прости. И мы заспеваем разом песню
відпусти. До речі, дякую за букет, який ти мені тоді виніс. Я покладу його до ніг заслуженого артиста. Мир, дружба, музика. Ну, слава Богу, що тебе попустило, Діма. Все добре. Та мене вже давно попустило, я абсолютно щаслива людина. Просто ми ж з тобою музиканти, ну нащо нам... ми ж музикою маємо друг другу казати, що ми хочемо сказати, так чи ні? А ти поцілував Шуру. А я поцілував Юркеша, хоча і таких планів абсолютно не було. Але це Новий рік, все буває, everybody. Друзі, я хочу напомнить, что эфирное время СТБ не как гонорары Олега Винника, оно не резиновое. Я хочу все-таки продолжить. Дима, спасибо. А я думал, тут, возможно, все. Раунд был. Аплодисменты Шурову. И оце падение, оно на вдачу. Я просто впевненный. Настя! Ребят, извините, пожалуйста, а теперь кого оценивать-то? Потому что реально только что это было очень круто, правда. И, Боже, ребят, Настя меня тоже похвалила. Если ты потом не будешь делать рэп-баттл потом, в следующую субботу, знаешь? Нет, я очень добрый. Но ты можешь мне посвятить песню, правда? Мне будет очень приятно. Я, Юрочка, боже мой, у меня вылетели все слова, потому что я так засмотрелась, это очень круто. Знаете, ребята, на самом деле это творчество, и это происходит. Это очень клево, что вы делаете тут, что вот у вас тут творится такого. Юрочка, когда ты пришел к нам на X-Factor, я тебе честно признаюсь, мне казалось, что на каком-то этапе ты захочешь уйти, потому что ты пришел совершенно другим человеком к нам. И мне показалось, что где-то что-то, какая-то, ну, там, как-то зацепится с кем-то, что-то, и, в общем-то, кто-то не выдержит. И мне почему-то казалось, что однозначно победит, так сказать, не знаю, какая-то, может быть, характер. Но сейчас я увидела, насколько ты поменялся именно для себя, потому что мы-то тебя очень любим. И мне очень приятно, когда ты сказал, что я теперь понял, вот, что я очень сильно скучал, и Украине, украинскому шоу-бизнесу тебя так сильно не хватало, чувак. Правда, ты знаешь мое отношение к тебе, и это было очень сильно, сильно прям. Дякую, Настенька. І що мій костюмчик тобі личить, Санечко. Рада заметю. Олег? Ну так, звичайно. Діма, крутий номер. Дякую. Я навіть текстом майже весь почув. Я навіть не готувався. Ти просто нічого не слышиш. Було дуже круто, реально. Про мене напишеш таке щось? Серйозно? Я буду збирати стадіон. Я вже очі. Так, Юрчик, щодо номера. Ти знаєш, при твоїх всіх оцих бунтарських принципах, мені ще подобається, що в тобі є серце. Чоловіче серце з величезним розумінням, з величезною любов'ю до своєї землі, до своїх близьких. Величезна повага до друзів. Ти вмієш цінити. І з кожним днем, з кожним твоїм інтерв'ю на X-Factor, я це бачу все більше і більше, не тільки я, і люди це бачать. І я підтримую Настіні слова. Українська сцена тебе чекає. Хай в твій корабель попливе далеко-далеко. І з величезним твоїм, з вашим ім'ям, Юркеш. Молодці. Слово наставнику, Андрій Михайлович. Ви знаєте, я дуже рад, що от Юра в самому початку все-таки як-то мене послухав, і я знайшов якісь слова і аргументи. Ему достучаться до его сознания, что ему это нужно. Я очень сильно видел, вернее, что Юра сомневался. И я так рад, что вот уже скоро финал, и вы такие крутые. И я думаю, что все говорят, что Юра куда-то уходил с какой-то сцены. Им просто негде было это показывать. Угу. Слава Богу, что есть X-Factor, где можно это показать. Юра, я
Очень горжусь тобой. А еще я очень люблю, вы знаете, может, это некрасиво сейчас скажу, но я так люблю такие конфликты, знаете, особенно, когда ты в них не участвуешь, да? Потому что я превращаюсь в такого же зрителя, который сидит, это смотрит, и больше всего просмотров именно на таких штучках, да. Да. Спасибо, Дима, спасибо, Юра. За полки поцелуну. Самое главное, абсолютно бесплатно. Неужели люди будут на это смотреть? А поцелуйтесь еще раз. Как раз школьников каникулы, можно еще раз поцеловаться. Ой, финал длинный, я боюсь, что дальше будет. Я для всех, я просто пригадав свій образ Брітні Спірс, я тебе як Брітні Спірс цілував, щоб там... Але, в принципі, я не правий. Ні, я цілував його і так. Голосуйте всі за мене. Ну, а ми узнаємо! Дорогие наши зрители, если вы хотите, чтобы Юркеш прошли в суперфинал, вам обязательно нужно за них голосовать. 0900-901-012. СМС с кодом 12 на номер 3399. Или мобильное приложение Телепортал. Там голосовать можно бесплатно. Только помните, голосовать можно тогда, когда мы откроем линии для голосования. Это были Юркеш! Юркеш!